Мы сегодня с вами встречаемся в рамках наших плановых встреч. Я знаю, что вы подготовили доклад о неблагополучных семей, жестокого обращения с детьми, до вопросов здоровья детей, значит, их социального благополучия, благополучия, вопросов укрепления семьи. Вот доклад. Здесь обобщенный анализ основных направлений деятельности уполномоченной работы, которую делаю я в рамках рабочих поездок, те нарушения, которые выявляются, сопровождать вот эту работу такой системной информационной кампанией и социальной рекламой, и публикации по заданной тематике. Я это направление